Да? Да. То есть в первую очередь это, собственно, ладонь с одной стороны и то, что называется коучи, то есть ладонь с другой стороны. Причем, почему, например, нужно очень осторожно работать с ладонью с этой стороны? И почему ее нужно сначала подготовить, прежде чем к камню приступать? Потому что здесь достаточно тонкие хрупкие кости, и должна образоваться как бы поверхность, которая позволяет работать по камню. Значит, плюс это шуток, тоже готовится на камне. Вот, наверное, это вот основные как бы вещи, которые готовятся на камне. То есть все техники открытой руки. То есть, собственно, шутей, коучи, шуток. Шутей, коучи, шуток. Я рекомендую работать по камню в следующем режиме. Например, если мы говорим о подготовке коучи, это наиболее сложная поверхность, но и наиболее эффективная. Вообще все удары этими поверхностями, как правило, в Годзюрю наносятся с усилием так называемым мучими. Мучими – это тяжелое вязкое усилие, то есть не кемированное, нет сброса. Да? Собственно, вот как бьем, так и нужно работать по камню. Может, давай.